Чебоксарах дали старт чемпионату Ассоциации студенческих спортивных клубов. Он приурочен к 19-му Всемирному фестивалю молодежи. За награды сражаются команды из 11 регионов Поволжья. Какова цена победы, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Чтобы попасть в столицу республики, им пришлось доказать свое превосходство сразу в двух этапах чемпионата. Лучшие команды определяли сначала в вузах, а потом и на региональных финалах. Для женской команды по волейболу из Нижегородского университета нынешний турнир – дебют. И хотя девушкам не удалось подняться на пьедестал почета, они признаются, что получили колоссальный опыт. Мы приехали сюда, чтобы посмотреть, на что вообще мы способны, посмотреть, что такое ССК России, что такое чемпионат. Попробовать свои силы. Мы можем лучше. У всех команд равные шансы на победу. Участвовать в этом чемпионате запрещают студентам, которые уже получили спортивные разряды. За награды имеют право бороться только любители. Окружной финал собрал в Чебоксарах более 300 человек из 22 вузов Поволжья. Тут все сильные соперники, я считаю. Мы любительская команда и как бы с 8 класса занимаемся... Тренируемся, играем для своего, для общего развития. Программа чемпионата насыщена. Студенческие клубы борются за звание чемпионов в мини-футболе, волейболе, баскетболе, настольном теннисе и шахматах. Эти виды спорта в молодежной среде набирают популярность. Мы же с вами не занимаемся спортом высших достижений. Для нас главное здоровый образ жизни. Для нас главное, чтобы как можно больше студентов занималось физической активностью. И то, что вы здесь, это большая заслуга студенческих спортивных клубов ваших вузов. Пропагандировать спорт среди студентов необходимо, считает глава региона. Михаил Игнатьев вспоминает, что в молодости и он играл за сборную вуза. Увлекался и волейболом, и футболом, и мини-футбол. То, что было доступно, на самом деле мы занимались. В командной игре каждый должен работать на общий результат, на общую победу. Вот когда команда настроена на победу, конечно, они здесь победят. И будут уже участвовать. И защищать честь Приволжского федерального округа. Соревнования студентов будут длиться 2 дня. 1 апреля станут известны имена чемпионов. Команды чувашских вузов уже называют фаворитами. Цена победы на этом чемпионате очень высока. В Чебоксарах проходит окружной этап. Те, кто займет первые места, получат шанс представлять ПФО на всероссийском финале. Дмитрий Ковалев, Фарсель Мухаметов, Республика.